Рим. 1800 год. Наполеон под стенами города. Решается судьба Итальянской республики. Догадаетесь, о какой опере идет речь? Здравствуйте, с вами в студии Владимир Бойко. И вы слушаете прогноз погоды на субботу, 4 марта. Ближайшие сутки по республике облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 6 метров в секунду. По северным районам облачно. Ветер северный 4,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 12, минус 10. Днем температура воздуха минус 6, минус 4 градусов Цельсия. Вероятность осадков высокая. На юге ясно. Ветер юго-западный 5,5 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 1, минус 3. Днем температура воздуха минус 2, плюс 4 градусов Цельсия. Вероятность осадков низкая. В Улан-Удэ ясно. Ветер западный 4,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью составит минус 10, минус 8 градусов Цельсия. Днем минус 3, плюс 3 градуса Цельсия. Вероятность осадков низкая. Это был прогноз погоды на субботу, 4 марта. Итак, 23 марта в 18:30 в Театре оперы и балета пройдет очередной показ спектакля Джакомо Пуччини «Тоска», одной из самых популярных опер в мире. В ее основе лежат события, развернувшиеся в Риме вскоре после совершенно неожиданной победы Наполеона в битве при Маренго в 1800 году. Одержанной тогда, когда уже в Италии праздновали его поражение. Приходите в театр и окунитесь в мир высокого оперного.